Дума запретила чиновникам говорить слова евро и доллар. Да, это как я и знал, что вы меня спросили. Как вам кажется, какие еще слова нужно выбросить из лексикона, чтобы наша экономика выросла? А знаете, я все-таки благодарен нынешней жизни, может быть, нынешней власти за то, что последние известия стали такими, ну их можно не смотреть, наконец-то. Телевидение перестало быть таким мерзким. И оно постепенно становится таким, каким должно быть. Глуповатым, общенародным, дурным, пошловатым. То есть его можно не смотреть, наконец-то. Наконец-то выключил и ничего не потерял.